Привет, друзья! Это канал «Будни не инвалида». Меня зовут Алексей. Очень рад всех видеть. Сегодняшняя тема нашего ролика – это «Здравия желаю, товарищи пограничники! На боевой становись!» Боевой пропустили, потому что 20:36 уже, 19:00 прошло, но ничего страшного. Значит так, приближается у нас 28 мая. 28 мая, соответственно, мой друг, соратник, сослуживец Юра. Но позже, наверное, со всеми познакомимся, с пограничниками. Добавляйтесь в комментарии, пишите ваше мнение. Значит, идея такая. 28 мая мы планируем. Естественно, сегодня у нас какое? Март, да? Март, апрель, май. У нас вот есть 3 месяца, чтобы подготовиться. Чтобы не только подготовиться, чтобы объединиться. Время объединяться. Ребята, бывших пограничников не бывает. Давайте объединимся. Давайте сделаем что-то полезное, что-то хорошее, что-то настоящее, что будет цеплять, что будет по-настоящему искренне и добро и приносить пользу обществу, пользу нам. Идея такая. 28 мая собираемся в день пограничников. Естественно, до этого времени готовимся. Кстати, добавляйтесь. В комментариях будет группа на WhatsApp. Добавляйтесь в эту группу. Группа создается чисто пограничников, в которых будут обсуждаться темы помощи друг другу, помощи пограничникам, помощи пацанам, которые на границе, которые служат, которые отслужили, которые уважаемы, которые кому нужна помощь. То есть все обсуждается, ребята. В комментариях, в описании к этому ролику, в комментариях будет ссылка. Добавляйтесь в группу WhatsApp. Давайте объединяться, ребята. Сейчас такое время, что пора. Давно пора объединиться, давно пора помогать друг другу, давно пора быть вместе. Это самое время, которое... То есть пришло время действительно объединяться. Вместе мы сила, всегда мы это говорим. Бывших пограничников не бывает. 28 мая соберемся, поедем в детский дом. Увезем фрукты, конфеты, подарки ребятам. Чтобы не было такого, что день пограничников ассоциировался с купанием фонтана и питьем горячительных напитков. Все это будем отображать, соответственно, на канале. Ребят, я вас искренне прошу, давайте действительно объединимся, давайте будем вместе той силой, той мощью, которая сейчас нужна. Вот ребята уехали, ну, понимаете, куда? Мы многое сделали, многим помогли. Почему не продолжать это дело на постоянной основе? Почему мы не можем, вот действительно, 28 мая поехать к ребятишкам, привезти им радость, счастье, доброту и улыбки, и те же фрукты, те же конфеты, да? Давайте делать это. Я думаю, вы меня понимаете, что я говорю, что я несу. Все это будет на канале. Товарищи пограничники, на боевой становись! Пришло время, я за этот ролик уже сколько раз повторил, пришло время объединяться. Жду всех в комментариях, жду всех в группе WhatsApp. Мчим! Я вас всех крепко обнял. Всех люблю и уважаю. До новых волнительных встреч!